Вода попала. Подморозило сегодня. Ты смерзлись, патроны. А пружинка-то слабая. Не хватило силы их подать. Не доработали. Да что же иногда приходится? В атаку, рукопашку. И вот если не тебя пишет автомат, в котором 40 патронов, он может выстрелить тебя за несколько секунд. А ты вот встречаешь с винтовкой, которую надо перезаряжать каждый. Короче, сержант, да. Нижний пас, шлиц, соединение ведут к неизбежной трудности в эксплуатации. Автомат должен быть прост, как выстрел. Именно так, как выстрел. Сам ты откуда? С Алтая.